моем. Так, Лиля первый раз. Молодец, давай еще раз. Да, это неплохо даже, на самом деле, когда на камеру по-другому, потому что ответственность больше. Стой, пока не бей. И сбоку. Давай. Вот, все. Этого достаточно. Это первая тренировка. Посмотрим, что будет через час. Отвод. Прокол. Кто это такая вообще? Как за 40 минут такое можно научиться делать? Так, Лора, первая тренировка. Не определился, левша, правша, но мы, наверное, будем левшой. А левша это другой рукой, наверное? Это этой. Так, еще раз. Так, смотри, даже забивает. Молодец, и еще один удар. Так, давай. Стой, не бей. Давай. Ага. Ну вот, тоже. Лора, первая тренировка. Отвод. Прокол. Прокол. Ну вот. Задача на первой тренировке научиться линейности. Да, мы должны ровненько стоять. Два раза на серединку. Три слегка расслаблена. И что мы делаем следующий раз? Плечко чуть вверх, а локоть вверх. Да, и обратно возвращайся, чтобы посмотрели линейность. Это баланс. Хорошо, вот эта линия уже. Вот эта линия. Она ровная есть, не понимаю. Ровная. Да. Она ровная. Отвод. Прокол. Да, это уже мастер спорта за час.